Ну, впечатления какие? Хорошие впечатления, потому как наша спортсменка победила, и победила достойно. Вот. Сам ход боя, естественно, он был с нашей точки зрения прогнозируем в плане том, что мы взяли и просмотрели ее бои 2014 года, 2015 года, тогда, когда эта девушка боксировала на чемпионате Азии. В частности, вот она боксировала с кореянкой на чемпионате Азии 2014 года. Она в одни ворота ее, так сказать, выиграла, но почему-то подняли руку кореянки. Поэтому, но, во всяком случае, манеру ее ведения боя мы посмотрели, изучили. Естественно, Наташу настраивали. Вы сами говорили про то, что ей предстоит очень много боев. Да, шесть. Вот она как-то... Вы ей советуете экономить силы, или она по полной на 100% выкладывается каждый раз? А без этого никак нельзя. Чемпионами иначе не станут они. Естественно. Нет, ну у нас же есть режим, тот, который спортсменки соблюдают в течение, вот, допустим, всего соревновательного вот этого марафона. Мы даем ему отдых. Вот сегодня, допустим, утром была такая щадящая зарядка. Все остальное она выложила здесь, в ходе боя. Поэтому к следующим боям то же самое мы будем подходить с точки зрения профессионала. Почему? Потому что, правильно вы сказали, у отдельных спортсменов там по три боя, а вот весе 57-60 килограмм, у одной 5 боев. Ну, это тренерская, так сказать, задумка, а там как, так сказать, получится. Но, во всяком случае, вот 6 боев у Наташи. А что лучше, выходить на ринг чаще или все-таки реже, экономить силы? Ну, дело в чем, я вам скажу, в зависимости от того, как они готовы. Как они готовы. Естественно, если цикл вот такой пошел, каждый день боксируют, ну, во всяком случае, вот у нас до 11 числа Наташа будет боксировать каждый день. 11 числа у нас у всех будет день отдыха. Ну, а потом уже, даст Бог, доживем до этого времени. Поэтому те спортсменки, которые в этот цикл попали, ну, там, на 5-6 боев, естественно, мы совсем по-другому строим и рабочий день полностью, и тренировочный процесс. Поэтому никто не отменял принцип индивидуальной подготовки и именно подхода каждой спортсменки. Есть вопросы? Спасибо.